Когда он закричал, Данька, ну, старшему кричит, что делать, вот этот кто-то погиб или что, я не знала. Там, когда выбежала, аж внутри дети-то все живые, я быстро на улицу вся, а то, что говорит, они все были живы. Это страшно, больно, обидно смотреть, как любимый дом стоит такой безжизненный. Свое уютное семейное гнездышко Банниковы создавали с 2014 года, по крупицам, занимая, откладывая, чтобы каждому из 6 мальчишек было где разместиться. Делали все своими руками, гвоздик за гвоздиком. Коробку сделали, а потом по мере поступления денежных средств потихоньку отделка шла. Значит, планировали заехать на второй этаж, но не получилось. Мужики, вот соседи-то, они такие вообще, вот прям у них всего нет было такой паники. Они забежали в машинку стиральную, телевизор, компьютер там взяли, такое, все, все. Да даже именно сумку с паспортом не взяли. Вот. Так. То есть документы какие-то остались? Все, все, кроме паспорта его. Ну, еще полюса надо восстанавливать, я же была в полюса. Дмитрий работает на Северском трубном заводе в электростолеплавильном цехе. Татьяна в городской администрации. Как только коллеги узнали, что в семье Банниковых случилось несчастье, сразу вызвались помогать. На днях бригада Дмитрия приедет разбирать дом. Коллеги Татьяны тоже не остались безучастны. Привезли собранные деньги. Они могут, если что, отправить в детский лагерь детей и юность. А как еще можно помочь в такой ситуации? Ну, только вот сбором средств, пожертвований. Самое главное, что все живы, и все, и жилье вот администрация предоставляет маневренного фонда. Воспользуетесь? Ну, подумают. Ну, да, наверное. Чудом уцелевшие кеды одного из мальчишек, которые после стирки сохли на заборе, это все, что осталось у семьи Банниковых из вещей. Сейчас им требуется помощь. Одежда, обувь, стройматериалы, деньги. Все, чем могут поделиться полевчане. У Татьяны размер одежды 56, обуви 41. У Дмитрия размер одежды 56, обуви 43. Размеры одежды сыновей 134, 46, 52. Обуви 33, 34, 40, 41, 42, 43. Вещи привозить на улицу Кунгурская, 28. Номера карт для перечисления денежных средств привязаны к номерам телефонов. 8 908 917 69 98 Татьяна Сергеевна Б. 8 904 54 40 388 Дмитрий Анатольевич Б. Семье Банниковых предстоит долгий путь по восстановлению собственного дома, но они вместе и с поддержкой целого города, который всем сердцем ощущают уже сегодня. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов, новости 11 канала.